Всем привет, народ! Сегодня у нас 3 мая. Я сейчас покажу, чем я стал поить мух, чтобы они дольше прожили. Ну, это я так думаю, предполагаю. А как оно на самом деле, там посмотрим. Вытащил вот сюда, ну, субстрат с предкуколкой. Короче, вылезает очень хорошо. О, блин, здесь муха даже уже вылупляется, видите? Вот она, муха вылупляется. Ладно, заберем ее потом. Так накрываю, в теплице, когда тепло, он очень хорошо лезет туда. Ну, смотрите, сейчас вот воду разбавил, ну, вот такой витамины, чтобы они не простую воду пили, а, ну, что-нибудь такое, что поддержит им срок службы. Муха же, она ничего не кушает, она чисто пьет, вот побрызгал. Они с большим удовольствием пьют вот эту воду, да, вот смотрите, оба ходят, видите, клюют, ну, этот, капельки ищут. Он туда в посуду им налил, там вообще мокрые, ну ладно, высохнут. Так что вон они. Пьют они воду с большим удовольствием. Вот капелька вот здесь, смотрите, шевелится. Сейчас я побрызгал, 77% влажность, 30%, 30 градусов тепла. Ну все, вот они пьют. Не знаю, что, как это будет повлиять на мух. Ну, я думаю, это хуже не будет. Чем они будут простую воду пить, лучше пускай какие-нибудь витамины пьют, правильно? Глюкозу можно давать. Кстати, ну, глюкозу можно разбавлять. Ну, туда вот 3-литровая тара. Ну, я просто вот так капнул туда, налил. Не мерил ничего, потемнела вода. Посмотрим, попоем. И да, сейчас я отправляю в день по 2 посылки. Вот это уже готовая личинка. Эту я еще сейчас с нижнего вольера доберу. И вот столько выходит у меня с этого вольера. Начал очень хорошо он работать. Ну, видите, да, вот отлично дает. Сейчас еще с нижнего вольера сюда доберу вот эти 10 грамм и потом еще раскидаю. С нижнего вольера тоже очень много выходит личинки. Получает, вот смотрите, сейчас сегодня получили двое, видео прислали, уже в каком состоянии она приходит. Вот смотрите. Алим, привет, вот получил сегодня посылку, смотри, они уже готовы и вывелись. Вон они, видите, уже ползают. Все, сейчас пересыплю их. Вот видите, как они, сейчас другого. Двое сегодня, вот я по 2 посылки отправляю, вот здесь то же самое. Видите, уже малек такой на стенках ползает. Вот. Этим посылкам по 5. По 5, по 6 дней. Вот этим посылкам. Они уже в дороге вылупляются. И сегодня, по-моему, да, в Ленинград кто-то получил. Но там не вылупилось. Наверное, субстрат сейчас доходит влажный. И там вылупится. Если, ну, как сказать, если там ничего нет, вот смотрите, вот он субстрат, да, ему 3 дня или 4 дня, вот я не знаю, вот смотрите, обратите внимание, он жидкий, главное, чтобы он был влажный, ни в коем случае не сухой, ни в коем случае не вешайте на субстратом лампу, вообще никакую. Кроме светодиодной, обогревающей лампы никак сюда нельзя вешать. Просто сожгете нафиг все. Теплый пол, вот обогрев, какой-нибудь обогрев должен быть, который не сушит вот этот субстрат. Вот видите, здесь малька даже и не видно, да? Вот, ну вот смотришь, ковыряешь, вроде бы ничего нету. Вот нету здесь, да, ничего вроде бы. Я вот так тоже думаю, когда получают, они ковыряют. Вроде бы вот ничего нет вообще. Я вам этот субстрат покажу через пару дней. Вот видите, здесь ну ничего не видно. Вот визуально, вот, ну если приглядеться, вон там есть какое-то движение. Вон там внизу. Вот. А так, с первого раза,
Не видно. До свидания. Я вам покажу этот, вот этот субстрат через 2-3 дня, что здесь будет твориться. Вот видите? Так, там здесь один малек, два малька есть. Сейчас еще здесь ковырнем. Нет, вот не видно, да? Как будто вот просто вот каша лежит и все. Я вам покажу его через 2-3 дня. Сейчас я его принес сюда, чтобы снять, показать вам. Так что такие дела. Посылки также вот уже с выходных, по-моему, я начал по 2 штуки отправлять, потому что, ну, уже нормально это выходит. Очередь как бы немного сокращается. Сейчас воскресенье вот это, так, 5-е, 6-е, не помню я, честно. 8-е, 9-е, 10-е, по-моему, 3 дня почта отдыхает, поэтому отправок не будет эти 3 дня. А так все идет по графику. Всем отправляю. Так что вот такие у нас дела. Держите субстрат влажным. Влажный вот такой в теплом месте. И увидите через... Вот не видно, да, ничего. Я вам покажу его через 3-4 дня. Ну и вот думаю, буду теперь поить их вот так. Посмотрим, может быть, срок жизни продлится у этой мухи. И будет более продуктивно. Я так думаю. Ну ладно, сейчас мухи, видите, мухи очень-очень много вообще. Сейчас ее вообще, ну нормально все, видите, у меня все вот здесь настроено, вентилятор, увлажнитель. Все это, когда солнечная погода, все это работает, окна открыты. Нормально. Все работает, все держится, все живет. Муха активно вот откладывает яйца, сидит. Субстрат тоже пахучий. Вон яйца, забыл, блин, надо было с сетки снять. Ну ладно, вон кладкой лежит хорошая. Сейчас я ножом подцеплю ее, наверное, сюда добавлю. Эти кладки. Ну все, народ, все. Спасибо большое за просмотр. Держите субстрат обязательно влажный, не под лампой. Ну и увидите через 2-3 дня, что там у вас. Ну а в основном уже видели, да, в каком состоянии приходят эти. Личинка уже малек, уже он ползает. Уже весь в этом. Я сейчас, потому что его делаю влажный. Первые посылки я отправлял с хлебом, даже не смачивал. А сейчас я уже и яблоко туда, и рыбу, и кашу немного, и хлеб пропитанный. Ну, короче, туда уже к вам приходит уже как бы такая субстанция, кисель. Как раз ихняя среда, которая им нужна. Но чтобы не сухое было. Потому что он, я говорю, процентов 90 из воды состоит, этот опарыш. Ну, такие дела. Ладно. Всем пока. Насчет посылок, ну, кто там записан в очередь, чуть-чуть перенесется. Ладно. И да, еще, пожалуйста, пишите вот до 5 часов по иркутскому времени, потому что если вы пишете позже, уже очередь, ну, ушла вперед. Потому что я уже пишу, если номера сохранены у меня, я им пишу, ну, они вот за день раньше я им отправляю. Вот сегодня так получилось. Поэтому, если берете, то за день до 5 по иркутскому времени звоните. Ну все. Всем пока. Скоро увидимся.